На перекрестке улицы Андрея Дементьева и Крылова завершаются ремонтные работы, которые проводила Тверская генерация с понедельника на вторник. Вечером 26 августа ресурсоснабжающая компания начала замену участка трубопровода. На перекрестке было временно ограничено движение. Ко вторнику работы были завершены и началось благоустройство территории, засыпка и асфальтирование. Планируется, что уже в среду все работы будут завершены.